проекте столкнулся с уникальным процессом в жизни семей. Много свечевых маточников. Не было в семье маточки. Видите, вот сейчас маточник, и на ней вот матка бегает. Матка только что вышла из другого маточника. И вот она издает такие звуки. Слышите? Такое название сопение маток. И откликаются другие матки. То есть она... Не знаю, слышно вам или нет. Ква-ква-ква-ква. Так вот называются матки у маточников. А матка... Так, уже потерял ее, куда она лежала. Матка. Слышу, но не вижу матку. То есть задача матки, которая вышла, издавать такие звуки, на нее откликаются матки у маточников еще. Она эти маточники находит и убивает маточник. Вот она, собственно, пришла, так вот я потерял матку, она пришла к маточнику, матка. Вот матка. Вот она к маточнику пришла, посмотрим, что она будет делать. Вот она, а как маточники лазит. Ну, что-то ничего не стало с ним делать. Что-то останавливаются, звуки издает. Такие звуки могут издавать только неплодные матки.